16 октября во Дворце молодежи прошло первенство Омской области по карате. На трех татами соперничали более 200 спортсменов в возрасте от 6 до 9 и от 14 до 20 лет. Участники демонстрировали отличную технику, скорость и умение быстро принимать правильные решения. Так Петр Козлов выиграл победный балл в заключительные секунды финального поединка. Я выжидал соперника, потом перемещался в стороны и из-за этого резко взорвался в него и заработал оценку. Юные каратисты в возрасте от 6 до 9 лет успешно применяли сложные приемы, разнообразные связки, высокие удары ногами. Сергей Косинчук взял верх самой сильной по уровню мастерства номинации. В решающем поединке спортсмен нанес 2 высоких удара ногами. Сначала опустил руку, потом пошагал, потом резко закинул уровень и так заработал 3 балла. Отличные результаты показали спортсмены сразу нескольких клубов. Атака, триумф, черный пояс, лидер. Большинство ребят, которые сейчас выступают на татами, неоднократные победители и призеры всероссийских соревнований. И действительно, исход боя зачастую зависит от момента. То есть, если исход боя может кардинальным образом измениться за счет действий одного или того соперника. То есть, ребята действительно конкурируют на высоком уровне. Тактически грамотно работают, используют большой арсенал технических действий. Все отличившиеся спортсмены выступят во всероссийских соревнованиях, на которых будет проводиться отбор на первенство Европы.